В ночь с субботы на воскресенье над южной окраиной Екатеринбурга взметнулись языки пламени. По неустановленной пока причине огонь занялся в полукирпичном, полудеревянном двухэтажном садовом доме в садовом товариществе «Черемушка» на дороге, соединяющей Химаш с птицефабрикой. В 23:14 поступило сообщение о пожаре СНТ «Черемушки». По прибытию пожарного подразделения было установлено, что горит частный дом на площади 150 квадратных метров. Была угроза распространения на соседние дома и на дворные постройки. Также была угроза взрыва. В подсобном помещении находились два газовых баллона. На момент возникновения пожара хозяина дома не было на месте. Он прибежал позже. По словам мужчины, дом стоял пустой. Что могло привести к возгоранию, ему неизвестно. Погорелец указал сарай, в котором хранились газовые баллоны. Чтобы предотвратить их взрыв, пожарные вскрыли двери постройки и направили туда струи воды. Кстати, насчет воды. В саду, как и положено, был вырыт пожарный водоем. Однако установить на нем помпу оказалось непросто. Водоисточник, находящийся в коллективном саду, не оборудован. И в соответствии с требованиями пожарной безопасности нету подъездов и площадок для установки пожарной автомобили. Также был организован подвоз воды дополнительно на расстоянии 1 километра. По тревоге 1БИС на тушение садового пожара прибыли 4 автоцистерны. Пожар был потушен силами 18 огнеборцев.